очень удачная игра вышла. Как прокомментируешь? Ну, скажу, что счет не по игре. Да, конечно, у соперника было намного больше моментов, но мы свои должны были забивать. Я хочу принести извинения своей команде за то, что залажал, ну, два момента откровенно. Но в целом надо отдать должное нашему голкиперу Никита Кожевников. Он отлично тащил сегодня нашу команду, как и всегда. Если бы не он, пропустили бы больше. Продолжишь ли ты следить за развитием зимнего кубка, кто как будет играть, или закончился кубок и все, и хватит? Нет, ну продолжу, знаете, ну там полуфинал, четвертьфинал, финал. Потому что наверняка там будет играть наша команда с нашего университета, СВБ Кукит. Мы болеем за них, желаем удачи. А фавориты есть какие-то именно для тебя? Ну я думаю, киты как раз и есть фавориты из нашей группы. И я бы не сказал, что кто-то был откровенно сильнее, чем, ну, те же условные киты. В принципе, мы могли выходить из группы, по большому счету. Какие теперь планы на будущее, на перспективу? Ну, впереди еще зимний турнир на паркете. Отдохнем немного и где-то, наверное, с января начнем готовиться, тренироваться, чтобы подойти в оптимальной форме к турниру новому. Спасибо.